Юлия Дорошенко «Вперед. Воспоминания Ивана Илларионовича Дерябина о Великой Отечественной войне». Иван Илларионович, расскажите, пожалуйста, вот вас забрали в армию в Кутаиси, что было дальше? Потом началась война, меня направили в кратковременные офицерские курсы в город Телавия. Окончил эти курсы, я... Направили меня в Махачкала, командиром взвода 82-миллиметровых минометов. И в начале 42-го года меня направили на фронт по Азов. По Азове в бой не вступили, нас перебросили в зимовники. Зимовники первый раз я вступил в бой. И началось... Это фронтовая жизнь. Стали отступать. Главное, это тяжелыми боями пришлось. При восходящих силах этот огрызаться, но с боями постепенно стали уступать. В Тересальской степи, Калмыцкой степи и до Сталинграда. В Сталинграде меня ранило. И направили в госпиталь Астрахань. А потом с Астрахани переправили Гурьев через Каспийское море на барже Гурьев. А потом с Гурьева взяли, направили на Чкаловскую область, город Соль-Илецк. Откуда вот я мобилизовался уже в январе 43-го года.